Jago. Isha Isha, korma. Korma saya kereta kalau korma saya siapa? Конструирована таким образом, что она может производить свежий бетон с определенной точностью и консистенцией, и при этом доставляя поток точного количества каждого материала. Это позволяет удалять отходы и достичь высоких стандартов. Наша машина имеет уникальную систему цепной подачи материала. Это позволяет делать калибровку каждого материала в любое время. И к тому же каждый материал можно разгружать без боязни его загрязнения. Также система работы сконструирована таким образом, что для работы требуется минимум обслуживания, и она очень проста в эксплуатации. Данная машина производит 60 кубических метров бетона в час в зависимости от требуемой смеси. Наша машина поставляется во многие страны мира, начиная от Новой Зеландии, Китая, Испании, Венесуэлы, Швеции, Исландии, Норвегии и в этот раз уже и в России. Как я могу судить, проделав путь от Казани до данного места в Татарстане, государственной дороги, очень хорошего качества. В Соединенных Штатах государственные дороги примерно такого же качества. Я хочу отметить, что дороги ровные, с хорошими разметками. За время своего визита я хочу отметить хорошую организацию труда на данной базе. Все хорошо организовано. Все технические средства имеются в наличии. Особо хотелось отметить лабораторию, где правильно хранятся образцы продукции. Также необходимо отметить техническую подготовку персонала. Это очень меня впечатлило.
Машина к нам приехала уже в мае. Потребность в этой машине была в том, что у нас нет поблизости бетонных заводов, которые удовлетворяли бы наши требования. И поэтому у нас было такое решение, чтобы приобрести такую машину и производить бетон самим. Это установка БСУ, она называется, бетоносмесительная установка, у нас на базе МАН. На четырехосном. Уникальность этой машины в том, что раньше мы принимали бетон именно мешалками, миксерами, да? А здесь мы можем в любых количествах за любое время, то есть от 100 килограмм до 7 до 8 кубометров, мы можем просто в любое время приготовить. То есть если какой-то объект требуется, которому 3 кубометра, мы можем его сделать вот за считанные, то есть за какие-то 15 минут сделать 3 кубометра. То есть не нужно ни заказывать, ни что. Материал с собой возит эта машина и тут же производит бетон. Бетоносмесительная установка позволяет перевозить материалы для приготовления 7 кубометров бетона. Мы уже выезжаем на объекты, то есть по потребности, то, что нам нужно на трубы, на заливке площадок, то есть мы уже приготавливаем свой бетон. Эту машину обслуживает 2 человека, то есть водитель и оператор, и этого достаточно. А лаборатория, конечно, непосредственно контролируют за всем этим процессом. Мы готовим для них рецепты. Эти рецепты заносятся непосредственно в машину. И на основании этих рецептов данных и, значит, дозирование вот этих материалов производим бетон и контролируем качество этого бетона. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».